Здравствуйте. Программа «Мне точка зрения». Я Светлана Руденко. А в гостях Анастасия Кузнецова, официальный представитель Союза добровольцев Донбасса в Донецкой Народной Республике. Анастасия, приветствую вас. Да, здравствуйте, Светлана. Анастасия, Александр Юрьевич Бородай буквально не так давно заявил, что ЛНР и ДНР де-факто являются частью Российской Федерации. Вот как бы вы, как человек, который очень часто бывает в Донецкой Народной Республике, прокомментировали это, отражаясь на реалиях донбасской жизни? Я знаю, что и стандарты российские в образовании, и то, что касается перехода на русский язык в делопроизводстве, и многое-многое другое. Вот прокомментируйте, что сейчас происходит в Донецкой Народной Республике, подтверждающие слова Александра Бородая. Да, конечно. Ну, во-первых, ЛНР, ДНР, вообще это люди, это те, у кого русский культурный код, да, те, которые воспринимают русскую культуру, и они являются, по сути, русскими, да, и они поддерживают те же ценности, которые в России, в Российской Федерации. И переход на плавный переход на стандарты образования, на юридические какие-то формальности, там, законы, кодексы и все такое тому подобное. Оно происходит плавно, начиная там, с 2014 уже года, переход на российский рубль в 2015 году. И оно все постепенно, оно фактически да. И плюс не надо забывать, что быстрыми темпами граждане ЛНР и ДНР получают российские паспорта. На какое-то время был в связи с пандемией остановлена, к сожалению, выдача. Но, тем не менее, вот сейчас она продолжилась. Там по 20-30 автобусов с каждой республики ежедневно выезжают на территорию России для принятия присяги и получения паспортов. Анастасия, а как много людей смогли принять голосование, участие по поправкам в Конституцию? Я знаю, что в Луганской Народной Республике люди ездили, причем это было совершенно как бы добровольно, ездили на территорию Ростовской области и голосовали за поправки. Да, причем при этом еще не был отменен карантин, но тем не менее была дана возможность гражданам, уже гражданам Российской Федерации, но которые проживают на территории ДНР и ЛНР, принять участие. В ДНР были организованы автобусы совершенно добровольно. Люди могли поехать, принять, проголосовать, вернуться обратно. Мои друзья ездили своим ходом на своей машине, потому что автобусы было что-то им неудобное, они поехали на машине проголосовать. Вы понимаете, это не то, что люди пришли на соседний участок, в соседний двор, да, в школу свою там какую-то, и проголосовали. Это 100 километров до границы, переход границы, это тоже там час-два, время, наверное, силы. Время, да. И еще там надо было доехать. То есть люди проехали порядка там 300 километров, а кто и больше, для того, чтобы принять участие в голосовании. Ну, народ очень долго шел на Донбассе к российскому гражданству и к единству с Россией. И то, что сейчас они могут принять участие вот в этих первых для них выборах, для них это очень важно, очень ценно и имеет большое значение, на самом деле так. Настя, вы сейчас сказали о том, что люди массово получают в республиках российские паспорта, но остаются проблемы с теми добровольцами, с теми участниками событий на Донбассе в 2014-2015 году, которые имеют прописку на других территориях. И знаю, что у вас совсем недавно была операция по спасению, депортации добровольца, ополченца, который зарегистрирован в Запорожье. Вот расскажите поподробнее об этой акции. Это была такая операция, которая, ну реально такая, она, были задействованы очень такие серьезные силы. В этом приняли участие Александр Юрьевич Бородай, собственно, занимался договоренностью, чтобы не произошла такая с ним история, высылка на территорию Украины. К сожалению, наши ребята, добровольцы, не всегда соблюдают законы Российской Федерации, и миграционные, и обычные законы. И после того, как они не соблюдены, положено человека с территории Российской Федерации выдворение, к сожалению. И если, соответственно, у него прописка на территории Запорожья, его должны были выслать в Запорожье. Его уже везли в машине, но его был перехвачен. И по договоренности с Денисом Пушилиным, с руководителем Донецкой Народной Республики, ему был разрешен заезд на территорию республики без прописки, без паспорта. То есть у него вообще нет никаких документов при себе. Но, тем не менее, ему разрешен был въезд, и сейчас он оформляется на службу в корпус
Народной милиции Донецкой Народной Республики, ему будет оформляться паспорт. Ну, то есть у человека сейчас начнется фактически новая жизнь с нового паспорта, с чистого листа. И, ну, это, мы считаем, что это, мы были молодцы. Анастасия, я знаю, что таких случаев было много и в 2015, и в 2016 году. А сегодня это вот уникальный случай или много и сегодня таких вот случаев, когда приходится людей спасать, разъяснять все нюансы миграционной политики, что зачастую-то люди сами что-то забыли, зачастую, упустили? Зачастую, да, как правило, сами, к сожалению. Да, к сожалению, это приходится делать регулярно, и мы гордимся тем, что все, кто обратились в Союз, и у кого мы, ну, то есть мы переправили именно... Депортации не удается избежать, это законы государства, да, но тем не менее они депортируются на территорию Луганской либо Донецкой народных республик, а не на Украину, где им грозит срок зачастую пожизненный за участие в добровольческих формированиях. Ситуация и в ЛНР, и в ДНР не такая спокойная, к сожалению, как хотелось бы. Вот сейчас, я знаю, что у вас было много поездок, когда вы привозили лекарства, когда вы привозили препараты для переливания крови. Вот сейчас чем занимается Союз и конкретно вы, как официальный представитель СДД? Ой, да не столько поездки и привоз что-то, это важно, да, это несомненно важно. И не просто важно, как, то есть подразделения, люди получают какую-то поддержку, чисто физическую, да, материальную. Это же еще и поддержка моральная, поддержка, понимаю, люди понимают, сидя в окопах, что мы их не бросили, что мы стараемся, мы оказываем и финансовую, и медицинскую помощь, и медикаментозную. А сейчас, пока вот я на территории России, но тем не менее, поскольку телефоны, слава богу, работают, интернет есть, это координационные функции. То есть люди, одним что-то надо, у других что-то есть. С представителями власти всегда можно созвониться, скоординироваться и оказать помощь даже в таком удаленном формате. Вот сегодня будем общаться с ФМС, мальчика после ранения, нужно лечение на территории России. И чтобы ему побыстрее выдали паспорт, соответственно, мы будем выходить на представителей миграционной службы Донецкой Народной Республики и просить об ускорении процедуры выдачи паспорта донецкого. И так постоянно, то есть оно все время что-то происходит, и это только кажется, может быть, там по телеканалам какое-то затишье, да, там же нету, тишины же нету, и жизнь продолжается, и печальное, и что-то радостное случается у людей, и зачастую наша помощь, она просто не то, что необходима, она без нее просто невозможна. Скажите, сейчас пандемия потихонечку все-таки отступает, и я думаю, что жизнь налаживается и в республиках, и я знаю, что реализуется экономический проект совместно с Россией. Что сейчас происходит по реализации этого проекта и как сильно пандемия ударила по экономикам, по экономике, скажем, Донецкой Народной Республики? Мне кажется, не столько сильно ударила пандемия по экономике, сколько разрыв привычных экономических связей и блокада со стороны Украины. Потому что, в отличие от России, там не объявлялся карантин, предприятия, учреждения, кроме школ, да, все продолжало работать, жизнь не останавливалась. И, как бы, видимо, это было правильное решение, и с этой точки зрения экономика не пострадала. А так, да, собираются открываться предприятия, которые, к сожалению, были закрыты еще в 2014 году. И мы надеемся, что мы сможем похвастаться участием во многих экономических проектах на территории республики. Спасибо большое, Анастасия. Сегодня с нами была Анастасия Кузнецова, официальный представитель Союза добровольцев Донбасса в Донецкой Народной Республике. Спасибо за внимание. До свидания.